Всем привет! Бренд Гамма отправил мне посылку, и вот она только пришла. Буду смотреть, что там. Разрезаю. Вообще, я знаю, что там примерно. Там должен быть акрил. И вроде бы пастель обещали тоже положить. Ну, давайте посмотрим. Так. Отлично, надпись, смотрите, на коробке. Хорошо. Вот такая вот, ничего себе, ничего себе, какая красота. Смотрите, это старый мастер, вот такой вот акрил, какие хорошенькие, белый, такие маленькие, но не маленькие, средние такие, приятные, совсем маленькие, вот как у Амстердама, эти побольше. Марс коричневый, красивый, хорошие какие. Умбра зеленая, ничего себе какая сложная, фиолетовый, диоксанин, интересно, надо будет попробовать. Так, у меня тут кот пришел, да, Генри? Да, Генри, он разбирается в акриле. Он специалист хороший, пушистый, да? Смотрите, какая сиена жёная. Такие как будто полуглянцевые, полуматовые сами тубы. Ничего себе. Я в который раз уже это говорю, просто необычные цвета. Желтый орелит, интересно. Интересно. Надо будет потестить. Но Генри пришел ради коробки. Тут все понятно. Да? 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 Потому что сейчас я быстро это освобождаю. В чем суть каждой распаковки? Быстро освобождение. И Генри потом... Ну, либо Раймонд, у меня их два товарища. Потом они туда будут залезать. Отлично. Получается 7 вот таких вот у нас акрилов. Классный какой набор пастелей. Здорово. Авторская палитра Владислава Татаринова. Вот они вместе с ним разрабатывали. Давайте посмотрим тоже. Тут будут мои кошачьи ноги. Так, я просто... Блин, вы бы видели. Он сел в коробку. Сейчас я коробку убираю. Генри? Генри! Опа! Все, коробка с котом на полу. Поэтому можно заняться полезными вещами. Да, нам нужно будет сделать выкраску, тест на акрил. И, я так понимаю, мне нужно будет посмотреть для гаммы, какие из них базовый набор. Можно включить цвета, вот эти сложные. Да. Угу. Ладненько. Давайте распакуем пастель. Посмотрим, да? Что у нас тут? Тяжеленькая такая. Работая пастелью, ты постоянно открываешь ее новые и новые изобразительные возможности. Пастель помогает раскрыться чему-то новому в тебе. Ну, соглашусь. Открываем. Открываем. Я, честно говоря, перешла на акрил, но, блин, она такая классная. Перешла на акрил, ну, вы знаете, даже и на акрил, на масло, хочется иногда что-то менять. Ой, какая... Так, как эту картоночку убрать? Убираю вот эту вот штучку. Она такого материала... Смотрите, что. Смотрите, она
вот такая, ой, извините, засвечивает. Она резинового вот такого материала. Как приятно. Классно. Так здорово. Сколько такой стоит набор, интересно? Вообще супер. Я в восторге. Очень здорово. Я обожаю коробки. Я тоже как кот. Приблизительно. Ну, это ясно. Кстати, неплохого качества. Вот эти вот вкладыши, обращали внимание, совсем в, ну, недорогих пастелях. Они прям вообще такие дурацкие, жесткие. Здесь приятненькое. Как у сыновья почти. Вот это, да. Вот это что за роскошь? Вообще нет слов. Да, здесь у нас есть список цветов, да, состав. Угу. Свеженький вообще, как здорово. Угу. Ну надо тестить, надо, понятно, все это потестить. Как красиво, как это красиво, вы посмотрите. Я просто боюсь их трогать. Они такие хорошие. Ой, какие здоровские цвета. Восторг. Надо, да, смотреть, конечно, на бумаге. Причем смотреть и на обычной, на пастельмате. Сейчас с ним сложнее. На обычной тоже надо будет потестить. Классные вот эти яркие. Ну, видно, что мягкая. Вообще... Угу. Но я так еще думаю, что это таким образом, да, вот они выглядят, они такие крупные, потому что у Татаринова, у него у самого такая она живописная пастель, да, и для этого нужны как раз вот такого типа мелки, довольно широкие, большие, чтобы там вот мазками все это делать. У меня немножко другая система. Не, ну есть, конечно, и живописные картины, но вот такие вещи мне где-то фон проложить, и потом уже сидеть все прорисовывать. Смотрите, какие вот эти красота, да? Вот это вот все, это так. Да и вот эти замечательные. Надо что-то сделать с ними. Потестить, что-то сделать. Что-то нарисовать. Ну ладно, это было такое небольшое видео, прям вот свежая распаковка, сразу утром доставили. Я сразу открыла, сразу сняла. Поэтому теперь мне нужно хотя бы пойти позавтракать. И потом надо будет заснять обзор на краски и на мелки. Всем спасибо за внимание.